Какое шампанское лучше поставить на новогодний стол? Сегодня на этот вопрос отвечали специалисты Центра стандартизации и метрологии. Они проверили 10 игристых полусладких вин отечественных производителей, приготовленных по ГОСТу для продукта «Российское шампанское». У напитков исследовались физико-технические показатели, подлинность акцизных марок, упаковка, а также вкусовые свойства. Один из образцов, произведенный компанией «Вина Ливадия», был сразу снят с дегустации. Его отличал чересчур насыщенный цвет, не характерный для шампанского, а также запах брожения. У экспертов возникли вопросы еще к двум видам вин, производителей «Небург» и «МКШВ». Их оставили в конкурсе, но в итоге они заняли последнее место. А вот четверку лучших, говорят специалисты, можно смело покупать к праздничному столу. Это российские шампанские вина от компаний «Кубань Вино», «Абрау Дюрсо», «Олимп Империал» и «Русский Азов». Оценивались по 100-бальной системе, то есть согласно ГОСТу методы органолептического анализа. То есть да, здесь присутствовали цвет, интенсивность вкуса, там, интенсивность игры, то есть смотрели наличие пузырьков, там, в каком они присутствовали. Также это интенсивность вкуса, аромата, букет, насколько раскрывался. То есть полностью на соответствие стандартам.